вот эти списки, недавно опубликованные в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin. Конечно, это не универсальные списки, которые безоговорочно соответствуют мнению каждого. То, что одного отталкивает, другого может привлечь, например, люди со схожими проблемами со здоровьем или старающиеся избавиться от вредной зависимости могут найти друг в друге товарищей по несчастью. А один и тот же запах может оттолкнуть одного и показаться невероятно притягательным и возбуждающим другому. То же касается внешней привлекательности или любовных навыков. Такая черта характера, как импульсивность, в десятку она не вошла, но по данным исследования, тоже может встать на пути у высоких чувств. Отталкивает тех, кто стремится к стабильности, но весьма привлекательно для тех, кто ищет нескучной жизни. А еще приоритеты могут меняться в зависимости от того, что человек хочет от отношений. Например, обрати внимание, что проблемы с гигиеной и неприятные запахи сместились на несколько строчек вниз, как только речь зашла о любви, а не о коротком романчике. Грегори Вебстер, доцент кафедры психологии Университета Флориды и один из авторов исследования, поясняет, самое неприятное, что отрицательные качества зачастую затмевают любые положительные черты, которыми наделен человек, который тебя интересует. Все дело в эволюции, именно она заставляет нас воспринимать недостатки человека острее, чем его хорошие или нейтральные качества. Так она помогала нашим предкам выбирать себе партнера, который станет хорошим отцом и не будет угрозой для своих домочадцев, иначе это могло препятствовать выживанию нашего вида. Доверяй своей интуиции, советует ученый. Если человек кажется солидным и положительным, а у тебя к нему душа не лежит, не уговаривай себя, что он подходящая партия. Возможно, ты подспудно чувствуешь, что отношения с ним могут оказаться небезопасными. Сколько раз люди оказывались в выигрыше, когда сторонились обладателя отрицательных черт, а не пытались улучшить потенциального партнера, говорит Вебстер. Конечно, компромисс – это признак здоровых отношений. Поэтому обрати внимание на те качества человека, с которыми ты действительно не сможешь смириться. Но не ищи идеал, все равно не найдешь.